Всем здорово, друзья! Как всегда, с вами спикер и продолжается симулятор. Симулятор сражений, мы продолжаем нашу кампанию. У нас есть уже миссии пройдены, у нас есть уже новая пачка бойцов. И что у нас будет сегодня? У нас тут разные эпохи, я вижу. У нас есть древние ребята, есть крестоносцы, то есть с вилами. Есть ребята-крестоносцы. Посерьезнее и еще серьезнее. Как их победить? Слушай, как победить их? Я даже и не знаю, кого взять там. Хотя знаю, баллистов можно взять. Три баллиста. Ой, не хватает что ли? Не хватает баллистов. Окей, пускай один баллист. И можно взять, знаете, кого еще. Даже не знаю, кого взять, слушайте. А можно просто взять вот так. Можно взять... Где? О, можно взять. Не хватает денег, 2200 он стоит. Мамонт не хватает. Хотел взять мамонта и все. 1500, даже минотавра не взять. Кого мне тут взять, интересно? Я даже не знаю. По идее, тут нет лучников. Можно взять много-много лучников. Да, можно попробовать сделать. Взять много лучников и отстрелять их. Вот наши лучники. Надо, чтобы так издалека стреляли в два ряда. Шахматный порядок тоже обязательно соблюдать. Все. Все, пошли стрелы. Насколько будет эффективно, сейчас дело все проверим. Они наступают, наши лучники стреляют. Давайте, ребята, поактивнее, потому что их тут слишком много. Тут еще их больше. Все что ли? Это и все. Ну, в принципе, стреляют. Ну, стреляйте. В принципе, неплохо стреляет, да. В принципе, куча есть. Кучка есть, значит, будет много убитых. А уже идет наступление. Наших разбивает, зарубает уже. Лучники уже проигрывают, так понимаем. Да, все понятно. Лучники проигрывают очень быстро. Ну, можно оставить буквально три лучника, можно оставить. Кого еще поставить сюда? Мне нифига не хватает. Мне ни шиша не хватает. Можно сделать вот так, наверное. Так сделать. Итак. И последнего, конечно, вот так. Музыканта впереди сделаем. Все, ребята, вперед. У нас всего лишь две. Три стрелы летают. И убили двоих. Двоих убили. Идет у нас рыцарь. Рыцари против щитовых. Рыцари против рыцарей. И сзади викинги идут еще. Обалдеть. Сражение будет жестко. Вилы полетели вперед. Музыканты, играй скорей. О, мои рыцари проигрывают. Лучники, стреляйте. Лучники, стреляйте, у меня проблемы. То есть у вас будут проблемы. У вас будут проблемы. Стреляйте поактивней. Обалдеть, что все что ли? Лучники, у вас будут проблемы. Оп, смотри, сражение еще идет. Кто-то упал вниз. Осталось их трое. Нас осталось четверо. Смотри-ка, нас осталось четверо. Нужно удача. Ох, минус один. Там ведро. О, минус два. Смотри, пошли за музыкантом. Все раскидали, что ли? А кто-то остался живой еще? Кто-то остался живой. Походу, внизу остался. А, вон живой остался. Ребята, не подходите близко к нему. Мимо. Зачем спускаешься? Сейчас он сдохнешь. Последний стреляй. Ты должен стрелять. Толкай его вниз. Остался последний. Музыкант, останешься последний. Ну, здесь не повезло. А нет, повезло. Обалдеть. Реально повезло просто. Ох. Дикое племя с топориками. И викинги с топориками. Вот здесь, знаешь, уже разновидность. Древних ребятишек и по современнее. Видишь, какие топорики из камня и какие топорики из железа. У нас 420. А кого можно сделать? Можно сделать минотавра. Минотавр есть у нас. О, минотавр. И, конечно, к нему же можно сделать еще медик. Нужен, конечно, медик обязательно, чтоб лечил. И можно сделать много рыцарей. Ну, знаешь, в принципе, эти стрелы хорошо помогают тоже. Можно сделать стрелы. Вот так. О, еще у меня целый косарь, что ли? Много еще денежку. И, конечно, еще, наверное, рыцари в центре. А нет, погоди, в центре у нас идет минотавр. Сзади идет. Вот так. Вот так идет. Все, дело пошло. Красиво все расставили. Пошел минотавр. Ты кто такой? Ты куда полетел? Обалдеть, это викинги так прыгают, что ли? Очуметь, мой минотавр куда-то улетел, здесь викинги уже сражаются, уже куча там подошли. Мой медик! Медик тут. Ты встаешь, быстрее беги, пропустишь все сражение. У нас куча целая.
целая куча стрел, а трупов морем. Все, минус. Беги, беги, давай. Давай, раскидывай всех. Сейчас раскидает. Шарь. Левая, правая, все ему. Хана. Полетел дальше, обалдеть. А наши лучники. Бей его скорей. Нужно спасать наших лучников. Все, последний остался. Добивай. С левой. Левой сделал, ему он сдох. Обалдеть, слышишь, ну реально забавно. Поехали дальше. Что у нас будет дальше? Дальше мы в городе снова. Снова в городе и снова против нас какой-то... Ну, кого можно сделать? Ну, не тебя, конечно. Можно сделать рыцаря. Рыцарь точно победит его. Но это слишком будет просто, мне кажется. Можно сделать вот тебя. Как раз. Смотри-ка. А, 140 не хватает. Не хватает на тебя. Давай-ка сделаем, наверное... О, 180. О, щит. У нас есть щит. Давай щитом посмотрим. Ну, рыцарь победит точно, мне кажется. А, все понятно. Один удар и нам хана. Погоди, а ты кто такой? О, как раз ты мне и нужен. А, сейчас посмотрим. В принципе, он тыкает вилами, и он быстро убивает. Ох, красиво, красиво убил. Все понятно. Нужно ставить рыцарем, и все. И победа будет за нами. Смотри. Мне кажется, будет победа за нами. О, я же говорил. Один рыцарь, и все. А, рыцарь хорош, как всегда. А что у нас тут-то? Кто у нас тут-то? О, сколько здесь? Смотри, сколько здесь. У нас 8000, обалдеть. Они разбросаны очень сильно, мне кажется. Разбросаны чертовски сильно. А, нужно как-то придумать, поставить их. Как же вас, ребят, поставить-то? И куда поставить-то? А, давай-ка возьмем, наверное, короля. Мне нужен три короля. Три короля у нас будет. А, два медика. Три, пускай, медика. Надо как-то, знаешь, расставить так, чтобы все по каждому было. Вот так и вот так. Медики так, это так. И кого можно сделать? Наверное, катапульту можно поставить сейчас еще. Катапульту поставить. Вот сюда куда-нибудь катапульту. Можно еще одну катапульту. И, в принципе, еще одна катапульта. Все, дело пошло за быстрым. А медики работают, катапульты полетели. Насколько это эффективно сейчас будет катапульты? Ну, в принципе, неплохо. Разбили. Коса уже полетела от кого-то. Все уже, первый сдох уже. Первый уже... Ух! Коса разлетает только так. А у нас есть целых... Три короля. У нас есть катапульты, но косы очень хорошо убивают. А сейчас проверим. Медики работают очень активно. Катапульты пролетели. Ну, есть третья катапульта. Прям похари. Короля уже нету. Обалдеть, косы все сносят. Остались катапульты. Сейчас реально все решится. Один нужно выстрел. Один хороший выстрел, катапульт, и все решится. Коса полетел, обалдеть. Смотри, коса. А еще кто-то жив, да, вижу, кто-то жив, еще сражение идет. Все, рассеялся туман, и ребята еще дерутся еще. А ну, сейчас, походу, короля убьют. Ребята, заряжай новую партию. А ребята ушли куда-то в сторону. Застряли. Застрял. Король сражается. Катапульты сражаются, ближе подходит. Осталось два. Две косы. Вставай, король! Все, короля, походу, зарубили. И что осталось у нас? У нас остался один. Еще один выстрел. Нет, еще один остался. Где-то застрял здесь, похоже. А, нет, все, победа. Поле битвы, обалдеть. Катапульты, в принципе, справились. Потому что их много, у них много жизней. А кто у нас тут? Слушай, я никого не вижу. У нас 4000. А кто у нас тут-то? А где у нас тут-то? Где у нас? Кто тут-то? Кто тут у нас запрятался? Кто тут здесь прятался? Я даже не знаю, кого ставить. Можно поставить, конечно, короля. Короли. А, два короля, двух медиков. Ну и рыцарь. Вот так. Рыцарь. Все, пошло дело. Где это спряталось, зараза? Мы сейчас найдем. О, вот это да. Ну, идет первый рыцарь, парочку рыцарей. Кто у нас там, ребята? Спартанцы идут. А, идут спартанцы. Ну, что у нас там? Короли, в принципе. Короли. Можно, конечно, было использовать катапульту. Да-да, катапульта здесь очень хорошо пригодилась бы. Но сейчас проверим, как будут короли справляться. Ух! Скосил! Все скосил! Давай, медики, работайте! Короли встали хорошо в спинку друг к другу. Давай, руби! Руби всех остальных, осталось чуть-чуть.
О, полетел оружие. Щит полетел, все нормально. Так и должно быть. Все, победа, обалдеть. Мы не видели противника, но все-таки взяли хорошо. А мы снова тут, а что ли? У нас сотка. А, все понятно, у нас соточка. Копейщик. Копейщик против кого? А, против кого копейщик? Давай против тебя. А, у меня сотка всего лишь. Сотка. Сотка. Сотка, сотка. Кого можно сделать? Кстати, а где мои камни? А камни, в принципе, неплохо справлялись. Так, бросить нужно один разок камень, и все. А, он 160 стоит. Не хватает. А, сотка, 90. Ты кто такой? Ты кто такой и как ты сражаешься? Сейчас посмотрим. А, все понятно. Все понятно. Ты проиграл. Ты проиграл, значит, ты не в деле. А, ну, в принципе, можно сделать, конечно же, щит. Мне нужен щит, по идее. Смотри, копье бьет по щиту. О, видишь, он толкает, все, он будет толкать, он подойдет чуть ближе, все, победа. Победа, победа потрясающая, победа чистая, обалдеть, смотри, сколько здесь всего. Очуметь, их тут слишком много. Кто у нас тут такие ребятишки, давайте глянем, кто у нас такие. А это у нас щитовые, ребят, это посерьезнее щитовые, это еще посерьезнее щитовые, это еще серьезнее. Все серьезнее и серьезнее, ребята. Это, конечно, забавно, это интересно. А кого поставим мы? Конечно, нужна катапульта, мне кажется. Мне нужна катапульта. Одна катапульта прям в центр хорошо было бы. А, ну, конечно, короля можно сделать. К нему медиком. Абсолютно, к нему медиком. Так, кого можно еще поставить? Так, 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 погоди-ка. А, можно змей сделать. Можно сделать где-нибудь, знаешь, вот тут змей. Пускай тут у нас змей стоит. Три змеюки. Три змеюки по 300. Четыре змеюки. Четыре змеюки, все. Пошел король и, конечно же, взять, ну как же. А как же без музыканта? Нужен музыкант. Без музыканта мы не пойдем. Ну, одного рыцаря. В расход. Вот так, рядом с королем. Да, помню, было сражение у нас. Король и рыцарь хорошо справлялись. Все, змеи летают, а катапульта стрельнула хорошо и прям в центр. Ууу, вот это да. Три ряда сбило, обалдеть. Три ряда нету. А, пошел медик. Медик пошел, король пошел. Рыцарь сражается неплохо. А, змеюка, змеюка, где мои змеюки? Там тоже король. Обалдеть, там тоже король. Чей-то щит полетел наверх. Чей щит? Так, он вернется обратно, интересно? А он возвращается. Он возвращается обратно. Он не улетел. Так, у нас там медик, у нас там... Песни поет рыцаря. Ох, у нас тут два короля. Два короля сражаются друг с другом. Змеюка, нужна катапульта. Все, победа, победа, смотри, победа будет. Все, победа. Раскидали. Ой, погоди, король. Король остался живой. Все, медика нету. Змеюка, мне нужна змеюка. Там еще пехота осталась. Змеюка, змей нужно. Все, нет катапульта. А пошел наш музыкант куда-то. К обрыву. Падай, падай, музыкант. Музыкант, падай вниз. Он тоже падает вниз. Падай вниз. Там змеюка. Змей больше. Нужно новых змей. Нужно новых больше змей. Ребята, змей, змей побольше. Во-во-во, змей, змей. Пока еще живы. Пока сражение еще идет. Пока все нормально. Пока здание помогает. Смотри, здание помогает. Он пытается ударить, бьет по зданию. Он бьет по зданию. Нет, нет, только не так разворачивайся. Все, минус один. Минус один змеюка. Где змей? Побольше змей. Остался последний. А, еще новая змея. Да, да, да. Новая змея. Ох, змея раскидывает наш король только так. Все, змеюка мертвая, что ли. И походу до нашего добирается. Ох, мимо. И последний удар. Ну, последнюю змеюку давай-ка. Последнюю змеюку. Нет, мимо. Мимо еще. Мимо еще. Ну. Нет, нет, мы не победили. А целый король вышел. Возможно, нам не повезло чуть-чуть. А, вон сзади был король. Да, король у нас был. Ну, знаешь, можно сделать так. А, кого убрать? Мне нужен, по идее, Минотавр. Он у нас 1,5 косаря. Мне этих убрать мне не хватает. Этого убрать тоже не хватает. А музыканта убрать тоже не хватает чуть-чуть. Мне не хватает буквально чуть-чуть. Но король нужен, обязательно. Да, король нужен. Можно сделать спартанцев. Можно сделать вот этих ребятишек, поставить целую партию. Во главе вот так. Все, пошло. А, нужна катапульта, конечно. Нужен король обязательно. Потому что здесь очень их много. Катапульта очень хорошо раскидывает. Три партии. Три кучки раскидывает. Пехота справляется тоже. Неплохо. Пехота хотя бы задержит короля. О, пехота очень сильно проигрывает. Так, пошел. Ух, щит полетел. Это от моего.
Там еще полетело что-то. А король, король против короля, и наша пехота тоже есть. Нужна еще катапульта. А лечит, лечит медик. Пока медик есть, он лечит. Все нормально. Да-да. Обалдеть. Двоих королей. А наш встает быстрее и добивает. Добивай его, добивай его. Все нормально. Меч короля. Да-да, видишь, нужно больше пехоты было делать, и победа за нами. Ну что, идем дальше, двигаемся дальше, конечно же. Что у нас тут-то? Тут у нас получается, это кто такие? Это же рыцарь и кто? Это кто такие ребята? Это те же самые, что ли? Нет, погоди, это же медики, что ли? Это вот такие же ребята, нет? Не пойму. Вроде такие ребята, они что ли будут лечить или убивать? Я не понимаю. Все, больше никого нету. Реально больше никого не вижу. Ну окей, их у меня 2000 есть. Делаем вот так. Делаем вот так. Делаем вот так. И, наверное, медик. Нужен один медик. Одного уберем и медика поставим. Пускай лечит сзади. А, ну, можно делать и под музыку. Все, понеслось. А у нас есть катапульта. Обалдеть. А, вон в чем прикол. Короче, все лечат одного рыцаря. А у нас там как что идет? Там у нас пехота идет. А полетел снаряд прям в этого рыцаря. Все, улетел. Он живой, он сдох. Он сдох. Кого-нибудь лечить друг друга? Они друг друга лечат, обалдеть. Слушайте, мы никого не потеряем. Ну, конечно, катапульта сложно. Нашего убили, походу. Прям затылок, все. Они друг друга лечат. Я даже не знал такого. А, все понятно, внутри катапульта нашу лечат. Ну, понятно все дело, смотри. Одного, двоих сразу же. А, улетели куда-то вниз, что ли? Куда полетел? Вниз полетел. Очуметь. Одного рыцаря лечили все. Это тема. Это реально тема. Нужно больше медиков таких. Обалдеть. Всего лишь один рыцарь. А, мы переходим на ледовое побоище. Что такое? Что у тебя с ножкой? Нервничает. Другие все нормально стоят, а он нервничает. Все другие нормально стоят, он нервничает. Нервничай, нервничай дальше. А у нас есть мишки, у нас есть коз, есть король. Обалдеть. А вот идея, кстати. Да-да-да, смотри, теперь я так сделаю. Теперь я так сделаю, смотри. Теперь я так сделаю. Смотри, один король. Да-да-да, один король против всех. Идея гениальная. Гениальная идея. Мне кажется, реально, сейчас будет гениальная идея. Ребята пошли на сражение. Смотри, смотри, что будет. Он реально желтый просто. По идее, надо, чтобы король отвлекал внимание, чтобы наших медиков не трогали. Но это дело все получается. Смотри, как лечит, лечит, лечит. Бей, король. Обалдеть, слушай, забавная игрушка. Пиши комментарий, продолжать ее или не продолжать. Да-да-да-да-да, давай, король, давай, король, давай, король, побеждай. В этой битве мы никого не потеряем, абсолютно. Обалдеть, обалдеть, тактика реально мне понравилась. Одни медики, один король, все. А что у нас тут-то? Один рыцарь, у меня сотка снова же. А у меня соточка. Ну, давай против рыцаря. Как повезет, знаешь, рыцарь против рыцаря, как повезет вообще. Они бьют и друг друга убивают. Нет, мой колет. Не бьет на колени. Все понятно. Почему-то я ударю, мой ударю, и он не сдох. А, можно еще раз попробовать. Мне кажется, нормально, рыцарь. Можно взять сделать копейщика. Копейщик тоже пойдет. Ну. Обалдеть, упали в разные стороны. Бей его до конца, давай, бей его. Промахнулся, как всегда мой. А, окей, давай сделаем копейщика. Где копейщики? А, ты копейщик, нет? А, мне не хватает здесь. Это не хватает. А, копейщик, вот, о, 120. Не хватает. А, можно сделать щитом. В принципе, он бьет, а, защищается мой. Мой защищается и бьет в ответку потом. Ну, давай, щит. Нормально все. Не то, что там. Что-то не то идет. Это дело не пойдет. А ты вот кто такой? Не знаю, кто такой.
Он не пойдет. А, который мне нужен. Слушай, мне, в принципе, я даже не знаю. Вот, может, тебя сделать. Что ты будешь делать, интересно? Мне посмотреть ради интереса. Что ты будешь делать? Конечно, он будет убегать. Он будет убегать. Он будет догонять. Разбился. Валяется так. Промахнулся так. Изматываем нашего бойца. Понятно, он сдох, окейшки. Ну слушай, ну рыцарь должен, по идее, победить. Нужно просто как-то хорошенько ударить. Он должен хорошенько ударить. Вот, удар. Ну опять же проигрыш, я не понимаю, погоди. Как победить рыцаря? Опускайся, о, нормальный был, очень красивый маневр вниз. А, бей сразу. Мимо, опять мимо что ли? Ну ударь хорошенько, ударь, один удар. Он толкает, он там пытается толкать, ударь, о, ногой. Оп. Сражение продолжается, смотри-ка. Сражение рыцарское продолжается. На Авкарио, все. Нормально, видишь, как повезет в этой игре. А кто такие ребята? Вы кто такие? Вы с чем пожаловали? Мы уже, конечно, узнаем в следующей серии, мой друг, обязательно. Это музыканты у нас. Обалдеть, много музыкантов. Продолжим в следующей серии убивать музыкантов. Спасибо, кто смотрел до конца. Подписывайся, ставь лайк и, конечно, пиши комментарий. Не забудь про колокольчик и увидимся в новых сериях. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.